Витископ. Пока единственный обмен, действительно стоящий, который произошел в этом сезоне в NBA, это трейд между New York Knicks и Dallas Mavericks. В родные пенаты вернулся Тайсон Чендлер. После трехлетней паузы он снова будет играть вместе с Дирком Новицки. Это плюс определенный для Далласа. Да, можно вспомнить, что этот центровой последние пару лет, может быть, больше лечится, чем играет. Но в компании с Дирком Новицки, с Карлайлом, я уверен, что он сможет восстановить свои кондиции, вернуть свою игру и помочь Далласу в предстоящем сезоне. За этот обмен хочется сказать отдельное спасибо и респект Марку Кьюбану, который смог признать свою ошибку, который смог вернуть этого баскетболиста. Хотя 3 года назад он публично заявлял о перестройке, о смене курса, о омоложении состава. Но он признал свою ошибку, и за это ему большой респект. Хотел бы также сказать отдельно о Дирке Новицке, который пошел по стопам Кевина Гарнета, Тима Данкана и же с ними, и подписался на закате карьеры за вполне адекватные деньги, будет зарабатывать 10 миллионов на 3 года. Это отличные деньги, и своим контрактом, своим таким поступком он показал, что он хочет, чтобы Даллас развивался дальше, чтобы Даллас мог подписывать сильных ролевиков и бороться, если не за чемпионство, то за выход в плей-офф. Витископ. Спортивное видео.